Короче, это официально тот день, когда Макс разучился бросать, блин. Короче, всем здорово, чуваки. Сегодня начинаю снимать новый день. И вы просто не представляете, какой сегодня был супер тяжелый день. Потому что, блин, вы не представляете, сколько сегодня у меня было дел. Мне нужно было закончить монтаж вчерашнего видео, которое я начинал смонтировать еще сегодня ночью. Потом мне нужно было приехать сюда на поле, поиграть в баскет, зарядить все батареи, доснять кадр, убрать комнату. И когда это... еще влог снять нужно обязательно. И когда это все за один раз сваливается на тебя, ты просто начинаешь бомбить, взрываться и прыгать по комнате, потому что ты не знаешь, что тебе в этот момент нужно делать. Смотри, он снял всю зимнюю одежду, я зафиксировал этот момент. Так и знал, что ты придерешься. Как? Сдал вчера экзамен? Я не ходил. Ну попробую в ночь поработать. 12 часов. Давай, ничего себе. Не, я только вот эту штуку умею. Как давно я не съел. Надо размяться, Макс. Что, у тебя ноги сломаются? Просто тело так. Я даже не представляю, как это выглядит. Да не мешай, блин! Последний раз! Ладно! Все, это традиция уже станет, чувак. Какую песню прямо сейчас слушаешь? Гор. Никакую. Блин. Не, Кирилл, на самом деле, мне кажется, все, сейчас, ну, все, теплая погода сегодня. Завтра будет снова холодно. Так, опять так будет 2 градуса, потом будет минус 5. И все, это мы размечтали что-то о хорошей погоде. Так, мы ищем Егора по запаху, от него всегда пахнет кетчупом, поэтому... Отдел с кетчупом. Знаешь, ты считаешь, типа, кетчуп, кетчуп, не голова Егора такая. Что он тут делает? Че, пришли меня отсюда спасти? Да, да. Ты держишься, Егор? Пришли посмотреть, как ты... Держишься? Не будем мешать, пошли, Макс. Да, я думаю, не нужно мешать. Пошли наблюдать на закат, посмотреть на закат. Здесь овощей. Ноги их не взять. Я говорю, пошли на закат смотреть, хоть есть уже. Сейчас. Поток хороший на жизнь. А, мудачок, извините, просто, где у вас кетчуп? Там. Там. Да я знаю, что там. Запарился на морковку уже. Морковка. 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 Не должна вылезти голова. Папа Шапика? Репонация. Морковь не взяли? Надо взять немножко картошки. Все,
Первая традиция. Ты пугаешь сюда каждую неделю ездить? Я не знаю. Пятница вечер. А сегодня... О! Я этого не думал, я не знал, что сегодня пятница. Ну, на традиции только пятницу снимали. Это знак. Подводить итоги на этом месте каждую неделю. Короче, сегодня Егор устроился на работу. Открыли очередное легендарное место. Вечерняя атмосфера. Ни хрена не видно. Ну-ка, Макс. Атмосфера важных выводов. А? Вечерняя атмосфера важных выводов. Ну, как обычно, не попал. На этот раз ты этот момент не заснял. Потому что ровно год назад. Не, не год, 10 месяцев. 10 месяцев назад. Два чувака сидели здесь. От одного воняло шашлыками и потом. От другого, не знаю, тоже чем-то папа. Не, я тогда очень на душе... И они смотрели в будущее и не представляли. Я помню, что было 15 что-то человек на канале всего лишь. И все то, что я пережил сейчас, все вот это то, что происходило. Сегодня такой космический вывод вообще произошел. Прям вообще. Очередное доказательство, что все происходит так, как происходит, и не можешь на это повлиять. Это просто идет своим чередом, и ты просто за всем этим следишь и участвуешь в этом. Вот. И я очень рад, что этот момент заснят. Потому что здесь, на этом самом месте. Начинается старт новый, прям новый отсчет, старт. Прям точка. Прям... Он начался 10 месяцев назад. Снова мы здесь. Идем дальше. Не знаю, когда мы вернемся снова с такими разговорами, но. Да. Будет прикольно. Если вы будете проходить мимо этого места, знаете, здесь два чувака. Нет, мы реально здесь сидели в июле, и мы да. Не знали вообще, что снимать, мы не знали, что будем делать. Мы... Абсолютно. У нас на канале не было видео, мы просто сидели и не понимали, что будет. Это вообще жесть. И сейчас мы прям такой вывод охренительный сделали. Егор сегодня начал работать, сегодня первый день рабочий Егора. И все. И он должен цепляться за. И он слепится, мы все. Мы завтра ему расскажем все. Не это... имеет права завтра увольняться. Чуваки, все, увольняются, не знаю, что здесь делать. Да, да, все. Да нет у нас больше дней. Все, я сегодня понял, да. Что у меня больше нет ни дня. Я просто обязан каждый свой последующий день